Сегодня 370 лет со дня образования пожарной охраны России. С юбилейной датой огнеборцев республики поздравил глава региона Михаил Игнатьев. На торжественном собрании вручили медали МЧС России за отличие в службе первой, второй и третьей степени. Сергей Чернушкин в пожарном деле около 20 лет. Признается, сейчас для огнеборцев самый сложный период. Бывали дни, когда было до 18 вызовов. Но, несмотря на опасность профессии, помощник начальника караула 11-й пожарной части о своем жизненном выборе не жалеет. Пожаров больше, конечно, стало, потому что она никогда не прекращается. Ну, сложнее не становится. Все так же продолжаем работать. Мне очень нравится. И приходят молодые люди. Я их обучаю этому. За заслуги в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава республики вручил почетные грамоты и благодарности. Без внимания в этот день не остались и представители СМИ. Моя коллега Екатерина Фомина получила медаль за пропаганду спасательного дела.